я считаю, что лучшей кандидатуры, чтобы президентом вновь у нас стал Владимир Владимирович Путин, не представляю себе. Я буду голосовать только за его кандидатуру. Я одобряю такой. Лишь бы здоровья хватило у человека. Много негативного на него валится и там, и с одной стороны, и с другой. Но мне кажется, что так нужно для России. Я сам считаю себя патриотом, в какой-то степени, может, монархистом. Вот. Поэтому я считаю, что это так надо. Как будет, Господи, дай Бог. Понять не имею, но я бы на его месте, наверное, отдохнул больше. Там здоровье потянул. 70 лет человеку. Совершенно положительно. Поддерживаем президента, поддерживаем свою страну. Нравится его позиция и все такое. Да, аналогично совершенно разделяем. Да. Мне сложно сказать, что я чего-то жду. Я ничего не жду. На самом деле я политикой стараюсь не интересоваться. Вот. Потому что считаю, что женщинам это вредно.